Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас оперная певица из Нидерландов Ленор Орен. Также у меня есть приятная новость. Я наконец-таки приобрел микрофон, точнее, вы помогли мне это сделать. Спасибо каждому за донат. Благодарю всех, кто поучаствовал в этом. Я обязательно сделаю запись во вкладке сообщества с вашими именами или озвучу все имена на новогодней трансляции. Кстати, в комментариях можете написать, какой вариант вас устроит больше. Кстати, вот он сам микрофон. Всем приятного просмотра. Привет, меня зовут Ленор, и я певица и преподаватель по вокалу. Вы можете зайти на мой сайт Singwell, если хотите выиграть бесплатный урок со мной. И сегодня я собираюсь посмотреть в первый раз на Димаша. Очень много людей советуют посмотреть его. Я понятия не имею, кто это такой. Извините меня за мое невежество. Я знаю, что это какое-то шоу талантов. И я не знаю, что он будет петь. Все, что я знаю, это то, что он парень. Так давайте же посмотрим. Красивейший фальцет. Красота. То, как он переключается с фальцета на свой грудной мужской голос и обратно, впечатляет. Очень плавно. И он выбрал идеальный способ сделать это. Да, вероятно, он намерен положить нас на лопатки и впечатлить своим широким диапазоном. У него здесь очень глубокий и великолепный темный тембр. Это был бас или баритон-бас, я не уверена точно. Так было задумано, что вначале он был полный воздуха, а сейчас звук очень округлый. Это звучит... Мне кажется, он пытается сделать эффект пения мужским и женским голосом одновременно. Это очень круто. Это было прекрасно. Итак, я пытаюсь понять, как он так делает. В диапазоне фальцета он, как бы так сказать, играется с воздухом. Он, можно сказать, задерживает весь воздух.
Голосовые связки очень близки друг к другу, и это звучит, да, как женский голос. Это удивительно, то, как он смог это прокричать. Я никогда не слышала, чтобы кто-то пел таким образом. Мне нужно еще посмотреть, чтобы понять, как и что он делает. Но... вы видите, какое разнообразие красок в одном диапазоне? И как много способов он использует, чтобы управлять воздухом? Это очень интересно. И да, он мне просто снес крышу. Я ничего не могу сказать про глубокий низкий диапазон, кроме того, что он очень-очень глубокий. Он не произносил те звуки, как ранее, когда он пел высоко. В любом случае, давайте продолжим. К тому же, он прекрасный интерпретатор. Да, это просто невероятное управление своим голосом. Он может делать практически все. У него такие гибкие голосовые связки, они способны так широко растягиваться, очень широко. И то, что меня больше всего удивляет, и я не устаю это повторять, что у каждого хорошего певца вся верхняя часть тела расслаблена. Это просто... просто великолепно. Это образцовое выступление. И это выглядит так, как будто бы не требует особых усилий. Как будто бы он особо не напрягается. И на деле он поет так, как ему захочется. Хотя на физическом уровне он делает одну и ту же вещь. И когда он тянет высокую ноту, он опрокидывает голову назад. Так как это помогает направить голос в верное направление. Я слышу это так, что чем выше он поет, тем меньше усилий он прилагает. И это нормально для него, и так сложно для многих из нас. Я реально хочу знать, сколько часов в день он тренируется, потому что он точен до мелочей. Как будто он знает точно, какую кнопку нажать, и он знает четко, что нужно делать. Это просто совершенно невероятно. Что ж, он решил закончить это дело легким фальцетом с придыханием. И многие могут так же. В этом вся уловка. Он пытается заставить нас думать,
что он обычный певец с прекрасным голосом, но на самом деле он намного лучше, намного выше среднего. Спасибо за то, что посоветовали посмотреть эту вкусняшку. Я собираюсь смотреть это снова и снова, чтобы понять, что это вообще было. Потому что здесь целый ошеломляющий ряд эффектов в верхнем диапазоне. Я бы хотела узнать об этом больше. Во всяком случае, спасибо за просмотр. Я впечатлена. Приятного пения!